Да, Леночка, кліпи подобралась сьогодні. Старалася, Ром, хотіла тебе порадувати, хотіла порадувати всіх наших телеглядачів, тому що літо – це пора розваг, пора кохання і, звісно, пора знайомства. А всі жінки впевнені у тому, що вони вміють знайомитися. Втім, от чомусь біля одних чоловіків шикуються в чергу, а інші постійно залишаються на самоті, хоча такі ж чарівні. От мені кажеться, все діло в обаянні, або, як можна модно зараз говорити, харизма. А, вот знаешь, что такое вот харизма или, вот, например, внутренняя сексуальность? Та куди ж мені, Ром, знати? Звісно, ні. Але мені здається, що чарівність – це такий спосіб приховати щось нехороше в собі. А потім, от, знаєш, після весілля завжди розпочинається сімейний театр, вмикається світло і падають маски. Вот. Вот, а дальше следует следующее объявление на сайте, вот, например, разочаровавшись в одном, не наказывайте другого. Все люди разные, не теряйте способность доверять и любить. Продам свадебное платье, размеры 40, 42, 48 и так дальше по геометрической прогрессии. Період пройшов у неї, все-таки між першим весіллям і третім трошки набрала у мазі. Ну, ви зрозуміли, далі говоритимемо про чарівність, її секрети і, звісно, про правила ідеального відпочинку. Вже за мить. Доброго ранку, бажаємо ще раз усім нашим телеглядачам і вітаємо нашу ранкову гостю. Це Ірина Лук'яненко, практичний психолог. Саме так жінка, яка розуміється на правилах знайомства, на усіх психологічних законах і, звісно, знає правила ідеального відпочинку. Я думаю, з задоволенням з нами сьогодні поділиться цим. Ми вже заявили відверто, що ми йдемо у відпустку, ми, як завжди, радіємо. Навіть останній ефір намагаємося зробити особливо яскравим, тому що такі в нас почуття вирують усередині такі от емоції. Але якось ми довго готуємося до відпустки, чекаємо її, але коли ось вона вже розпочинається, ми завжди не знаємо, що робити. Хочеться якось зробити її максимально ідеальною, але яким чином? Відповідь на це запитання не знаємо. Я думаю, що, Леночка, тут найбільша ошибка заключається в ідеальності. Взагалі, от жінки, вони все время стремляться до якоїсь ідеальності. Хочемо ідеалізувати. Ідеального мужа ще. Совершенно верно. Ідеальний відпуск. И, соответственно, вот если вы ориентируетесь на то, чего нет, вот вы приехали, поселились, да, в номере, и вы в прошлом году или в позапрошлом году отдыхали в другом номере, где был лучше кондиционер, больше площадь, не знаю, кормили лучше, да? Вот вы все время ходите и обращаете внимание на то, чего нет, и тогда ваше эмоциональное состояние, оно не находится в равновесии, и самое главное, вы не находитесь в состоянии здесь и сейчас. И отпуск, конечно же, нужно планировать. Действительно ли женщины, вот как вы сказали, более эмоциональны и могут вот такие вот, как по мне, мужчине, вот эти вот маленькие факторы, какой-то кондиционер, который жужжит постоянно, не дает отдохнуть, ну это мелочь. А женщинам действительно ли оно может полностью напрочь испортить отпуск? Конечно. Безусловно. Ровно. А почему мы такие черствые, неощущаемые этого? Ну, на самом деле, женщина очень сильно хочет, чтобы все вокруг соответствовало тому, как она себе это нарисовала. Да? И вот если это не соответствует, да, одни могут перестроиться, другие впадают вот в такую легкую депрессию о том, что вот, ах, море холодное. Витер, да. Что делать, куда бежать? Вы знаете, вот у нас в народе тоже бытует мнение, что если мой сосед к себе ко двору привез кучу песка, цемента, значит, он готовится к отпуску, да? Потому что все, погнала стройка полным ходом. Но вот действительно так и есть, что мы имеем какой-то запас, энную сумму денег, и у нас есть выбор, либо потратить это на какое-то благоустройство, грубо говоря, да? Покупку какую-то себе в дом, в квартиру, в семью, либо действительно с душой. Питання стає ребром, чи нова шафа, чи відпочинок куда, на море? Куда идти, куда податься? Ну, я думаю, что этого вопроса не будет стоять, если вы изначально для себя решите, что вот эта сумма денег – это на отпуск.
все, и она неприкасаемая, да, а вот следующая сумма, да, она идет на шкаф, на ремонт, на что-то другое, да, и таким образом, ну, такая народная мудрость говорит, да, ну, если это семья, мужчина, женщина, да, вот 10% одной зарплаты мы откладываем на отпуск, 10% другой зарплаты мы откладываем на шкаф. Ну, конечно, зарплаты бывают разные, вы сейчас мне скажете, да? И тогда здесь зона приоритета. А что может быть главнее и важнее в жизни, чем вы сами? Тобто ми самі визначаємо те, чого ми хочемо. Да. Головне почути себе. І віддих – це ви, це ваше здоров'я, це ваша енергія. І в кінці кінців ви його заслужили, тому що не віддихнувший чоловік не зможе излучати енергію. Тому що коли ми їдемо в відпуск, ми їдемо за емоціями. Да? По суті, коли ви зустрічаєтесь, да, що ви вспоминаєте? Что-то, что вас впечатлило, да? Ну, сколько вас будет впечатлять шкаф? Я думаю, меньше, чем какие-то впечатления. Женщину наверняка будет больше впечатлять шкаф, открывая его, когда она будет наблюдать разные... Это про содержимое шкафа. Да, да. Это уже другая тема. Мужчину уж, как говорят, больше будет впечатлять, наверное, вот это вот все включено, да, когда он едет на отпуск. Но а действительно ли нужно, вот определились с суммой, определились с отпуском, а как лучше все-таки отдохнуть? Более раскрепощенно в плане вот, вокруг себя создать полный комфорт или лучше вот, дикаря, вот называем, поехали вот дикаря да. С палатками. Где найти золотую середину? Смотрите, и вот ваша фраза, да, все включено. Вот очень часто мужчины не понимают, зачем. Как это зачем? Или женщины не понимают, зачем, можно же сэкономить, да, тоже море, там, палатки, романтика и так далее, да. Дело в том, что на самом деле женщина тоже устает готовить, устает убирать. И, конечно же, когда вы везете ее на отдых, где все включено, где она может забыть о том, что такое кастрюля, что такое бутерброды, да, ну, точнее, она это все может вкушать, да, но при этом не готовить, то, конечно же, это полноценный отдых. Це має бути, мабуть, зміна обстановки, не так, як вдома, зазвичай, біля плити. Дає можливість жінці максимально вспомнити о том, що вона жінка, а не тільки хазяйка, жена, мать и так далее, и так далее. Ну и да. Либо мужчине взять эти обязанности на себя. И тогда не отдохнет мужчина. Ну, якщо говорити про відпочинок подружньої пари, їм важливо відпочивати разом? Чи можливо всі відпочити один від одного? Хороший вопрос. Я думаю, що це залежить від того, як пара зараз живе в своїх відносинах. Якщо є якийсь кризис в відносинах, то є моменти, коли стоїть провести відпуск порознь, но чаще всего все-таки, если мы говорим о нормальных, здоровых семейных отношениях, это все-таки совместный отпуск, но без девиза всей семьей в радости и в горести. Да? Потому что если мужчина говорит, я хочу играть в бильярд, и женщина с двумя детьми говорит, хорошо, идем играть в бильярд, да? То точно никто не получит от этого удовольствия. Да? Но здесь можно очень хорошо использовать тещу, да? Можно покупать путевку, например, в соседний отель, и селить тещу с детьми. Не говоря об этом, да, где сами находимся. Так, на всякий случай. Отели, вот. А самим так вот навещать их время от времени. Ну, на самом деле, это правда выбор, да. То ли мы делаем отпуск для семьи, для детей, то ли мы делаем отпуск для себя, то есть для пары, если мы говорим о семейных отношениях. Но если мы говорим о людях, которые только находятся в поиске, то здесь тоже есть свои нюансы. Как правило, люди не хотят ездить на отдых сами, они берут каких-то друзей. И вот здесь можно нарваться на такую штуку, как мы с Тамарой ходим парой. Да? А, например, ваша подруга или ваш друг ну, не хочет сейчас играть в бильярд или не хочет делать то, чего хотите делать вы. Поэтому в любых отношениях в отпуске важно сохранять и давать друг другу пространство. Або ще одна не менш стресна ситуація, коли ти з подружкою відправився на пляж, там, на дискотеку, і хлопець твоєї мрії звернув увагу на неї. Навіщо я її брала?
бывает всякое. Бывает, да. А почему так происходит? Утопить подружку. Морем порят. Возможно, это вот секреты поведения того, что делает подруга и чего не делаете вы. Ну а какие могут быть секреты поведения вот у свободных девушек, у свободных парней? Вот сейчас какой-то маленький совет, чтобы максимально совместить романтические какие-то отношения и с отпуском. Ну, я думаю, это зависит от цели. По этому поводу есть хороший анекдот, когда заходит видный мужчина в бар, и одна женщина принимает сексуальную позу, поглаживает бокал вина, а вторая подрывается и говорит: «А у меня родители на дачу уехали». Поехали. Все зависит, конечно же, от мотива знакомства, да, и от того, как завязываются отношения. Есть очень много споров, кто же выбирает, выбирает ли мужчина женщину, либо женщина выбирает мужчину. И народная мудрость говорит, что мудрая женщина всегда сделает так, что мужчина будет всю жизнь считать, что выбрал именно он. Ну, тут, якщо можна, давайте зупинимося більш детальніше, тому що, власне, з цього почали нашу розмову з Романом, що літо – це все-таки пора кохання, пора знайомств, і якщо люди вільні, вони їдуть на відпочинок, в принципі, вони розташовані до спілкування, але так часто буває, що якщо жінка бачить чоловіка своєї мрії, то більше вона нічого не робить, вона просто бачить і так здихає, а сором підійти перше, бо якось в нашому суспільстві це не прийнято, якось гендерна політика ще Лена, не достатньо. Лена, ти давно, мабуть, була в клубах. Давно, там, це правда. Так, не буду називати. И вот здесь, да, совершенно верно, две ошибки. Есть женщины, которые подходят прямо и говорят: давай знакомиться, что вы делаете сегодня вечером. А как вот зазвичай чоловіки на це реагують? Нормально, коли от так зразу? Ну, смотря какая цель у мужчины, тоже находясь в этом клубе. Но, тем не менее, я думаю, ни один мужчина в этот момент не счастлив от того, что его в буквальном смысле слова хотят использовать. Снимают, да. Будем называть вещи своими именами. Вот. Поэтому, если мы говорим о каких-то, ну, таких правилах охоты, да, то охотник не выходит и не показывает всему зверю, что он вышел с ружьем. А как повести? И вот здесь можно аналогию провести. Поэтому, если у вас есть желание познакомиться, то самое элементарное, что можно сделать, да, это такие вот правила случайного поведения, да. Ну, если вы случайно оступились рядом, то вы, как мужчина, точно поддержите женщину, чтобы она не упала, да. Халиты, не знаю, там, уронить какой-то предмет, чтобы дать возможность мужчине проявить себя мужчиной, да. Очень часто вот можно видеть женщину, которая готова справиться совсем сама, да? Я вот, сама. Тащащую там лежак под место, где не светит солнце, да, вот можно подойти и обратиться с просьбой: не могли бы вы помочь мне? Как же чувствует себя в этот момент мужчина, Рома, если он... Если его просят помочь? Да. Ну, в зависимости от того, женат он, ну, свободен, да, либо, да, я думаю, что тут ничего такого зазорного нет, просто нужно пойти, помочь, то, что просит девушка, ну и прихватить телефончик. Вот. Есть у мужчины сразу понимание. Я это сказал. Того, что он мужчина, он сильный, он герой, да, он помог. Ну, а как быть вот это вот чувство самооценки мужской, если ты уже явно видишь, что, ну, девушка, ну, как мы говорили, уже снимает тебя, господи, уже вот так вот за горло берет и душит, да? Ну, образно, конечно. Вот как повести... Ну, это же питание выбора, сподобалась девчина, я разумею, можно далее продолжить. Он же мужчина, он же охотник, он же самец, в конце концов. Ему нужно это сделать, он понимает, что все наоборот получается. Да, все наоборот. И в таких отношениях, если мужчина не настроен на роль того, что женщина всегда будет ведущей, то вряд ли эти отношения сложатся. Когда убегают, тебя Ну и тогда выбор
да или нет, остается только за вами. Поэтому еще раз повторяю, мудрая женщина, она вот посылает сигналы. Да, это может быть улыбка, это может быть определенный стиль поведения. Да, потому что, ну, если вы, не знаю, любите пить виски, то как минимум, когда вы на отдыхе, вы хотите познакомиться с мужчиной, нет, нужно отказаться от виски и выбрать более дамский напиток, потому что мужчина не ищет себе мужеподобную женщину, да, с которой можно хряпнуть виски и куда-нибудь, скажем так, поскакать на лошади, да, то есть он ищет женщину, с которой ему будет рядом комфортно и рядом с которой он будет чувствовать себя мужчиной, поэтому замените виски, ну, хотя бы на коктейль, не знаю, космополитен. Ірино, якщо вже почали говорити про практику, якісь от такі психологічні секрети відкрити для знайомства. Якщо жінка готова знайомитися, як показати чоловіку, що вона готова? Ну, в першу чергу, це, звісно ж, ваш внешній вид. Он не должен быть кричащим, и нельзя вот, кроме пляжа, да, оголять практически все части тела, да. То есть это должен быть достаточно такой вот романтичный вид, что если говорить о внешнем виде, да, то есть это аккуратная прическа, это достаточно обязательно женская одежда, то есть это платье, это юбки, потому что мужчина априори не воспринимает женщину, когда она вот больше копирует мужской костюм. Да? Это, конечно же, флирт, это может быть комплимент, это может быть мимолетный взгляд, когда вы задержали взгляд, это может быть какой-то момент вот, контакта, когда вы можете что-то спросить. Ну, допустим, не подскажете, как пройти библиотеку? Нет, если мы говорим о отдыхе, да, то, соответственно, что-то касательно отдыха, да, ну, там... Ну, переказувати якісь високоінтелектуальні книжки не треба. Нет. Не знати знову. І саме головне, коли ви познайомились, да, і вже ви общаєтесь, да, женщина должна уметь мужчину слушать. И женщина всегда интересна своим прошлым, а мужчина своим будущим. И вот если вы начинаете рассказывать о том, что в своем прошлом вы были замужем, или вам так и не удалось выйти замуж, вы очень об этом мечтаете, да? Вот вы просто... На первой встрече варто це почати. Ну, скорее всего, важно говорить о том, что у вас все отлично, а будет еще лучше. Потому что мужчина не ищет женщину-жертву, он также хочет, чтобы рядом с ним была счастливая, веселая подруга, которая легко может, да, дать легкость. Хотел заметить. И приятное времяпрепровождение. Ну, такі секрети, як причарувати чоловіка, якщо він вам сподобався. Я думаю, що якщо врахувати от всі ці психологічні аспекти, то все у вас цим літом обов'язково вийде. Ну, а оці правила, які пані Ірина нам щойно розповіла, я думаю, я занотувала і перевірю на нашому наступному гостю. Ми вам дякуємо за те, що завітали до нас сьогодні. І, звісно, хочемо почути побажання такі літні. Всім нашим херсонцям. Ну, звісно ж, я всім желаю хорошої погоди, хорошого настроєння, щоб ваш відпуск удався, щоб в житті вам завжди сопутствувала удача. І пам'ятайте, що б не случилось з вами в відпуску, це якийсь подарунок судьби, на який потрібно посмотрити с другой стороны, а именно с той, чему и вот жизнь в этот момент вас учит и на что направляет. И я думаю, тогда ваш отпуск пройдет максимально хорошо. Спасибо за внимание. Спасибо. До нових зустрічей вже у серпні. Ну, а я ще хочу додати від себе, що, мабуть, для того, аби познайомитися із чоловіком вашої мрії, треба завжди добре виглядати. І неважливо, чи вийшли ви винести сміття, чи ви бігли в магазин за хлібом, або, можливо, ви запрошені до ресторану. Завжди вдягайте на себе щастя. Саме про літню моду говоритимемо далі, вже за кілька хвилин.